как жители северо-восточного округа, города Москвы, а у нас здесь есть вообще коренные жители, именно Останкино, и то, о чем вы говорили, да. Мы бы хотели, конечно, скорейшего начала реставрации. То, что беспокоит людей, необходимость создания вот этого временного фонда хранилища, здания, ну, на мой взгляд, мы сегодня в этом тоже убедились, и вы достаточно подробно это пояснили. Все, что мы услышали, это будет фондохранилище, отдел, будут помещения для реставрационных мастерских, и также будет помещение для занятий выставочной экспозиции, и также будут кружки для детей, которые будут приходить знакомиться. Да.